Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Адисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребят, сейчас мы дальше пройдем. Пойдем прокачивать покемонов. Как раз вот эту команду. Или, я думаю, может куда-то пойти и еще кого-то наловить. Ребята, в следующих сериях нам нужно будет слетать в ад. То есть, ну, не скажу, что надолго, да, но сама суть, что нужно. Потому что у нас нету глоустонов. А без глоустона мы никак не сможем сделать... О, нифига себе мастербол выпал. А без глоустона мы никак не сможем себе, ребята, сделать вот это. Раркенди. И сейчас у нас сколько? 3 раркенди осталось, и больше мы никак не сможем сделать. Потому что у нас... Так, это кто? Потому что у нас нету глоустона. А без него никак. Поэтому, ребята, наверное, где-то... Ну, я не знаю... Точно не знаю, но приблизительно где-то в следующей серии мы... Ух, нифига себе. Мы пойдем в ад за глоустоном. Я не говорю, это, ребята, это не очень долго будет, то есть это вообще недолго будет. Ну, набьем себе, например, там стака 3 и может чуть-чуть больше. О, во, отлично. Так. Фу, ну что, что, ребята, я не знаю, может в пустыню еще сбегать, чуть-чуть, посмотреть на Ларвесту, вдруг заспанится, вроде писали, что она спанится в пустыне днем, нет, не в пустыне, а в этой, в пустыне в горах, да, там же, где и Гроудон, но написали, что она вроде еще и спанится не только днем, а на рассвете и на закате. Да твою ж, 60 уровня, я не знаю. О, нифига себе. Ты уже тут разогнался очень. Так. Нифига себе. Так, там еще один босс, ребята. Кто? Диглет? Нет, Арбок. Ладно, пойдем его тоже попытаемся убить. Потому что, смотрите, Вульпикс у нас практически нифига не делает. То есть, он не очень такой сильный. Она, да? Или он, ну пофиг. Поэтому я не знаю, ща. Давайте сначала попытаемся Арбока убить. Ну, 80 уровень. Да. Ну, фиг его знает, ребята. Вряд ли мы его убьем. О, марштомпом убьем. Отлично. Еще и куча... Три Тандерстона с одного босса. Нифига себе. Так. Сейчас, ребята. Идем в пустыню. Я так... Да ты ж... В пустыньку. Во. Я не знаю... О, Глоустон там вып... Ну, да ладно, одна штучка. Пустыня. Вот тут 1900 минус... 900, да. Сейчас мы быстренько, ребята, туда пойдем и посмотрим, спавнится ли там Ларвеста. Если спавнится, то в следующей серии, ребята, не в следующей серии, а в следующую команду мы ее возьмем. Так, ну что, потопали? Ребят, я не знаю, понравилось ли вам описание или нет, но многие люди писали, что там подходит, может некоторые... Ай... Может, некоторые люди писали, что не подходит, потому что что-то там перенести время или что-то такое. Еще кто-то писал, что нормально, еще кто-то писал, да, офигенно и все такое. Но мне кажется, что, в принципе, расписание нормальное, потому что и вы будете знать, когда выходят серии, и вы будете знать, когда их ждать. И не то, что ждать целый день, да, как я там говорил, и не знать, когда выйдет новая серия. А так вы будете знать точно, когда выйдет новая серия. И будете знать, что в такое-то время, она выйдет, и можно тогда идти, и она уже там выйдет, и можно ее посмотреть. А не там через какое-то, фиг его знает, какое время. Неизвестное, да? И то есть, ребята, это, как я сказал... Первая серия выходит в 10 часов утра, и если на этой серии наберется 120 лайков там, ну, за этот день, да, если успеет набраться 120 лайков, то следующая серия выйдет в 7 часов вечера по Москве. То есть это получается сколько? 7,
9 часов получается. То есть она выходит 10 часов по Москве утром. Если за 10 часов на ней наберется 120 лайков, то... Не за 10, а за... Ну, там, 8-9 часов наберется 120 лайков, то выйдет... еще одна серия, да? Так. Ларвеста. Ну, в принципе, я не знаю, ребята, может тут подождем. Фиг его знает, то есть, как раз сейчас закат... Там деревня, мы уже там были. Так, где солнце? Вот. Практически, ребята, закат. Если она сейчас заспавнится, будет офигенно. Сейчас подождем. Может и заспавнится. Так, давайте пока что почистим. Это можно выкинуть. Это тоже. Так, сюда, что у нас тут есть? Это тоже выкинем. Это тоже. Я не знаю, что тут оно вообще делает. Это можно... Хотя, в принципе, пускай будет тут. Так, сахар у нас есть. Орбы есть. Что тут, алмазы? Ну, ладно, пускай. Босик, кто? Диглет? Нет? Ладно. А, точно. Вот кого я еще забыл словить. Ща посмотрим. Дайте я сначала убью вот этого босса. Где он? Вот он. Не убей. Твою. И еще раз. Отлично. Так, во. Сейчас вылечимся. И нужно посмотреть, нет ли Ларвесты. Ну, вряд ли. Вряд ли она будет. Ну, говорили, что она в пустыне спавнится, так же, как и спавнилась. О, вот, ты сейчас нам очень нужен, если честно. Тогда тебя фиг было найти. А вот сейчас ты уже капут. Тут. Это, да, ты тоже нам не нужен, ты уже у нас есть. Фу, ща, ребята, мы посмотрим, кто тут у нас есть. Так, ща. Кто-кто? Пик, Булдор, Марвак, нет, Джудут, Зубац, Стараптор, нифига себе ты быстрый. Кто тут еще есть? Так, ну, ребят, я не знаю. А, вот кого... Кого у нас еще нету? Точно. Он же тут спавнился, да, вот этот... Крокодил, да, можно и так сказать. Он тут спавнился в пустыне. Мне сказали, что он спавнится ночью. Так как, в принципе, логично. Да, это же Dark тип. Но фиг его знает. Сейчас, ребят, попытаемся его найти. Давайте туда еще быстренько сбегаем. Так, ну, посмотрим. Заспавнится, не заспавнится. Какая разница? Ну, в смысле, нет, никакая разница. Его и так нужно будет найти. И, ну, когда-то словить. В смысле, не когда-то, а для полной... Для всех покемонов, чтобы у нас уже были. Так, этого на этого не будем нападать. 40-й уровень. Так, сейчас покушаем. Так, пошли, ребята. Ща, я не буду долго тут кого-то искать. Я ща немного... Вот тут... Ну, в принципе, да, где-то вот тут пробегусь. Если не будет, то не будет. Но, по сути дела, он же спавнился в пустыне. Сейчас, я не знаю, может он в саванне уже спавнится. Потому что он не такой уж редкий, но я его что-то вообще нифига не вижу, чтобы он где-то был. И это уже приводит к той мысли, что он спавнится уже не в пустыне, а в саванне. Ну, мне так кажется. Давайте тогда туда добежим. Добежим туда, до саванны, посмотрим, нету ли его там. Если нету, то, ребята, сваливаем. И идем домой спать. И после этого, ребята, идем на остров. Дальше прокачиваться. Если... Ну, фиг его знает, если не если... И так команду мы, ребята, не сможем прокачать до тех пор, пока не пойдем в ад за Глоустоном. Потому что без Раркенди эту команду очень долго будет качать.
нужно будет качать, да, каждого покемона до 60 уровня. Без Rare Candy это реально очень долго. Черт, я действительно его не вижу. Не Лар... Ну, в принципе, Ларвесу я не могу видеть. Она же... Мы же не ее туда написали. Че, ребят, еще давайте вот сюда прибежим. В саванну. Посмотрим, есть ли он тут. Нету. Нету. Так. Тут. Нет, нету. Ребят, напишите, пожалуйста, где он спавнится, потому что я, если честно, вообще представления не имею. Он спавнился тут, а вот сейчас ему перехотелось тут спавниться, и он уже где-то в другом месте спавнится. Ночью же он тут не спавнится, а если он ночью не спавнится, то то, что он заспавнится днем, еще меньше шанс, потому что он дарк тип, поэтому как-то немного странно, если он днем будет спавниться. Нюкси, Глур. Это как Грулит. Ну фиги. Опа, желтик. Где ты? Ну вот, ты передо мной. Или под землей, что еще лучше, да? Ладно. Вот этого у нас тоже нету. Поэтому нужно сейчас будет словить, если он... Вот, отлично. Даскбол, быстренько. Давай. Отлично. А, ну, сейчас еще один, да, будет. Ларвеста, фиг его знает. Ладно, ребята, бежим мы домой. Так, точно. Еще же вот этого нужно словить. Так, ща, ребята, дайте-ка мне выкинуть то, что нам не нужно. В принципе, больше нам ничего и не нужно выкидывать. Так, ладно, пойдем поспим и идем на остров. Ну, хотя бы одного мы уже желтика словили, остался Сандил, да, Сандайл, или как он там называется, Клинк и Ларвеста. Ребята, кто знает, действительно, напишите, но точно, мне не догадки, не еще что-то, а где спавнится, потому что я, честно, не знаю. Ну как знаю, но что-то она вот там никак не спавнится. Давайте мы поставим вот это. И еще вот это сюда. Сюда. Вот это можно. И в принципе вот это можно. Так. Сейчас сюда. Отлично. Потопали, ребята, дальше. Точнее, не дальше, а сейчас... Я опять координаты забыл. Во, более-менее. Более-менее угадал. Немного не туда, но... Близко. Так, ну что, ща. Нифига себе, у нас 31 яблоко еще есть. Плюс к тому, что обычно есть, да, то есть лишнее. Ну, как лишнее, мы же большое количество этого всего сделали, поэтому... Ну, фиг его знает. Я не знаю, и так мы... ребята, опять вылетел. Я не знаю, почему вот эти вылеты происходят, честно. Ну, иногда, знаете... Что-то захотелось ему, да, вылететь и просто выкинуло. Фиг его знает почему. Так. Крабби, еще один Крабби. Голдин. Отлично, пошли уровни. Так. Ну, огненный покемон тут, в принципе, даже нафиг не нужен. То есть,
Его никак тут прокачать толком нельзя. Это же водные только тут. Да, чё ты... Вот. Если нормально будет, то, может, успеем прокачать пласт-пусла. Ну, к 45-му в этой серии, может. Не уверен, но если постараться, то есть... Да чё ты опять вот этого выкидываешь? Я же... Не тебя. Вот. Вот сейчас. Так, ты какой? 18-й. Нет. Во. Чикарита, чикарита. Ладно, сейчас ждем, пока он там. Во. Так. И еще раз. 40. Да, 40-й уровень. Замечательно. Так, тебя можно, если, конечно, ты нас не убьешь. Давайте тогда вот так. И еще, да, о, нормально. Так, вылечимся. Лабрас. Ну, ты большой уровень тут. Очень даже большой. Может, еще и если бы твою... Во! Ну, говорю, Вульпикс тут как-то не очень. Так, дальше, ребята, Бластойз. Смотрите, ну, Вульпикс... какой Вульпикс? Пласл уже 41-й. Да, вот уже. Если прокачаем в этой серии до 45-го, будет замечательно. Так. И дальше кого начнем? Я не знаю. Ну, Марштомпа. Или того же, кто там у нас, вот этот. Травяной, вообще. Кто у нас травяной? Ну, Экзекьют, да. То есть, их тоже нужно прокачать. Но. Итак, ребята, нужно, в любом случае, нужно идти в ад за вот этим, за Глустоном. Так. Еще раз. И еще раз. И еще раз. Во, офигеть. Вот в этого очень много покемонов. Так, ну, о. У вас 43-й. 43,5 практически. 44-й. Нифига себе, у него уровни просто. Так. Вот. Еще тебя. Тебя тоже можно. И еще. Так. Ну давайте еще вот этих. И как раз будет. За этого уже должно. Хотя нет. Не должно. Дать 45-й. Нет, не дало. Ну, тогда, ребята, еще парочку убьем. Тебя можно. И еще кто тут есть какой-то большой уровень. И еще раз Кинглер. Так, ну что, 45-й. Ребят, я даже не знаю, честно. Может, уже его прокачать до вот этого? Может, уже его прокачать до 50-го? Фиг его знает. Как раз тут ходишь. Ну давай, давай. Точно, у нас есть еще один ходиш. Нужно его будет потом взять. Так, ну что, кто тут? Во, ты как раз нам и нужен. Кинглер, большой уровень. Так, вот ты, вот ты, вот ты, вот ты. Так. Ну что, ребята, ща... Давайте уже попытаемся докачать Пласла до 46-го, если я просто смотрю, какой уровень, и говорю 46-го, до 50-го. Так. Тут еще один. Он уже, ребята, 47-й. Это нормально. Еще этого. Что там? Еще вот этого 40 большого уровня.
И все, да, больше тут никого большого нет. Нет, там вот есть еще. 48-й, ребята. Еще нет, еще не 50-й, но практически. Так, этого большого убить. 48-й, быстренько, быстренько, быстренько. Не успел кинуть, ты взлетел, зараза. Так, тут. Но эти двое никак не могут разобраться, всегда между собой. Ну чё, они долго будут, поэтому я не знаю, стоит ли их ждать. Может, кого-то другого найдем. Арбок, хотя... не на того. О, Сквитл, привет. Так, так, так. Так. Ребята, давайте тогда... Уже Вульпикса можно прокачать. О, кто там шайни? Дайте мне посмотреть быстрее, эволюционируй уже. Но мне кажется, Тентакруэль. Мне так кажется. Давай. Вот уже пропала. Так. Где-то вот там был, но уже пропал. Ладно. Ща. Тогда сейчас Экзекьюта уже прокачаем. Тоже эволюционируем, чтобы у нас уже были все эволюции. А нет, еще не все. У нас еще Марштомп. Но он уже тоже практически там... Уже эволюционировал. Почти. Яички. Сейчас вы уже как бы и не будете яичками. Экзекьютор. Так. Ну что? Что, пасл? Давай уже прокачайся до 50-го, и будет офигенно. Марштомп. Ну, им еще один уровень остался, то есть... О, Лапрас. О, кстати, можно Лапраса, ребята, взять следующую команду. 42-й уровень. Еще раз. Нифига себе. Что с него падает? Так. И вот он, ребята, уже 50-й уровень. Сейчас я не знаю Марштомпа, я не знаю, будет ли он тут... ну... Не очень. О! Эволюция яичек потихоньку тянет. О, и как раз эволюция, ребята, Марштомпа. Давай. Свамперт. Эволюционируй уже. И вот сейчас у нас уже, ребята, все эволюции есть. Так, во. Отлично. И вот так. Нет, не все еще свавлю. Тогда. Кого бы сейчас прокачивать? Наверное, все-таки Экзекьюта мы сейчас начнем прокачивать. Так, кто это там босс? Эконс. Сейчас мы, ребята, его убьем. Так, глум, во. А, ну, у нас жизни немного, поэтому и еще раз. Отлично. И еще раз. Ты там, боссик, не пропадай, сейчас немного подожди. И еще раз. Ну, ладно, что-то он не хотел. Ну, пока он там долетит, да. Вот он мне, конце. И еще раз. Ну, твою ж. Ща. Сваблю. Ну, давайте, Свамперт. Давай ты. Ладно. И еще раз.
Отлично. Вот что. Так. Это сюда, это можно выкинуть. И сейчас. Вот там уже водные позаспавнились кучами. Как-то ты в Ninetales не очень. И еще раз. Дальше. Вот сейчас давайте попробуем, потянет ли. Ну, потянет. Еще как потянет. Вот эти чукчи. Вам еще самим не надоело, если честно. О. Так. Один. Ну, этот уже с двух ударов. 30-й уровень уже с двух ударов убивает. Ну, 35-й. Да твою ж! Вот так. Вылечим. И что? Я не знаю, ребята, давайте прокачаем экзекьюта до 40-го уровня, если получится в этой серии. И, в принципе, на этом, я думаю, можно будет закончить. Остальных, я не знаю, ну, Мардштомпа, точнее, Свамперта, да, еще можно прокачать. А вот остальных, ребята, я даже не знаю, есть ли смысл их тут прокачивать. Вульпикса точно нет, но как бы уже его... Да ты ж... Сваблю тоже нет, но... Мимо Свайна, в принципе... можно, можно, можно. Мама Свайна, точнее, не мимо Свайна. Так, ты 27-й. Ну, давайте попробуем. Одного, только два. Чё за босс, чё за босс? Так, сейчас быстренько пробежимся туда. Ты. Вот. Не нужен нам конфуз. Нам, в принципе, он Роузи. тут действительно не нужен. Зачем? Роузи. Уф. И Роузи. еще раз. И Роузи. сейчас давай ты, если хотя бы сможешь кого-то. Понятно. Роузи. То, фералигатор. Да вы что, прикалываете, что ли? Роузи. И еще раз. Ох, ребята, ладно, давай ты. Ты всех потянешь. Роузи. Ух, нифига себе. Так. Ну. Найнтейлса вообще тут нереально прокачивать. Да, в принципе, любого огненного покемона тут нереально прокачивать. Так. Да, я не ты, а вот ты. И еще. Отлично. И ты. Ну, ты такой 30 уровень. Не прям очень, но... И еще раз вот этого сейчас. Опять только два. Ты прикалываешься, да? Так, ну давайте ему еще один уровень прокачаем, если получится. И еще раз. Отлично. И давайте еще гипно убьем, если... Если убьем, да? Не ты. А вот ты. Ну, давай ты. И еще раз. И еще раз. Отлично. Нет, он еще не прокачался. Вот зараза. У-у-у, как вы. Так. Во. Ну что, давай, еще один уровень. Еще один уровень, и можешь идти спать или куда ты там хочешь. Ну как без одного Кёгра? Возле острова, как без него, ребята? Никак. Да ты твою ж... И, ну, еще 30 штук, если бы заспанилось, было бы вообще офигенно. Так. И вот так. Ну что? Давайте еще парочку вот этих убьем, раз тут есть такие большие уровни. И еще вот этого можно? Нет, не вот это.
Да, ты ж. Вот этого. И вот этого. И он сейчас как раз 40 с чем-то будет. И еще вот этого можно. Так. Как я понял, это атака. Где она? Вот. Ты бьешь, но и сам у себя забираешь жизни. Да? Я так понял. Так, во. Ну что, ребята, давайте потопали домой. Более-менее мы так прокачали команду. Уже меньше, чем 30 уровня никого нету. Даже меньше, чем 35 нету, за исключением Сваблю. Там еще 2 уровня нужны. Поэтому, ребята, давайте на этом уже закончим эту серию. Не забывайте, чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия. А если наберем 120 лайков, то новая серия выйдет в 7 часов по Москве, то есть еще сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.